затваривание. Что такое затваривание? Затваривание – это не меньше, не больше, а изменение ценностей. То, что я вот съел, вот водки выпил, другие ценности уже, да? По-другому же человек размышляет. Если он съел невидовую пищу, то, что не положено, по-другому человек начинает, ценности изменяются. Все, курс сбитый, и человек думает, что он сам это выбрал. Коварные ценности, коварные ценности. Поэтому, еще раз. Есть правильные ценности, а есть неправильные ценности. Как их вообще отделить? Ну вот один человек пишет, какие же ценности правильные, какие неправильные. В отличие от декларируемых ценностей, жизненные ценности, ценности человека, реально организующие его жизнь. Реально, не к Царству Небесному, вот реально вот здесь вот ценности. Вся духовность и Царствие Небесное приложится, ты тут и организуешь сразу. Да, да придет Царствие твое как в небе, вот здесь, так и на земле. Вот оно тут и организуется, если ты этих ценностей придерживаешься. Есть правила, которые человек иногда хочет обойти. Но жизненные ценности – это правила внутренние, обязательные для человека. У каждого что-то есть обязательное. Вот рядом ему уже не обязательно, а вот у меня. Это то, зачем человек следит сам и чему изменить не может. Если человек не ценит вечные жизненные ценности, они написаны не на бумаге, они написаны, они диктуются прямо тебе. Так написано. И вложил я заповеди в умы их. Написано. В умы. Раньше были на бумаге написаны, но сейчас на бумаге кто что хочет, тот и пишет. В умы. У нас они есть. У нас все нормально, генетика. Если человек не ценит вечные жизненные ценности, то на их место приходят ложные ценности серого мира. Серый мир старается обмануть человека, обесценить вечные жизненные ценности, предлагает ценности свои, ложные и коварные. И коварные. Продолжим. Продолжим. Совесть называется в некоторых источниках страх Божий. Если ты боишься Бога, ну ты его не, ты совести ж никто не боишься, но ты боишься нарушить то, что он сказал. Хотя страшно, но ты боишься нарушить это. Если ты это боишься, то любой другой страх от тебя уходит. Но как, когда ты Бога отодвинул, пуще всего хранимого храни сердце, храните сердце ваше, говорится, да? Что это означает? Хранить вот эти ценности. Не просто как у меня стенокардия или что-то там в сердце, да? Не это имеется в виду, сердце. Сердце – это то, что ты думаешь, что вот это так. За что-то тебе стыдно, что-то ты не можешь перешагивать. Не перешагивай. Не перешагивай. Ни под какими условиями не перешагивай. Не бойся. Все, что может тебе этот мир, только запугать. Ничего он тебе сделать не может, пока ты не перешагнешь эти ценности. Когда ты перешагнешь эти ценности, у тебя возникнут реальные страхи. Это знаете, как война идет за ценности, за сердце наше идет война за ценности, чтобы их убрать.